вспыхнула, как спичка. В воскресенье вечером в местечке Сортировка на улице Свободы загорелась двухэтажка. Сообщение о пожаре поступило в 20:09. Огонь распространился по деревянному дому мгновенно. К прибытию пожарных правая расселенная часть строения на площади 90 квадратных метров была сильно повреждена огнем. Пока не ясно, что стало причиной возгорания. Не исключается и версия поджога. Ранее дом уже горел в прошлом году. Значит, на тушение пожара были привлечены 5 пожарных подразделений в составе 5 единиц техники. Площадь пожара составила 90 метров квадратных. Погибших, пострадавших удалось избежать. Сейчас проводится доследственная проверка. Отрабатывается версия умышленного поджога, либо неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.